Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения, с вами Рэй, продолжаем играть черепашки-ниндзя-легенды. Забрали, так, идем в магазин, сразу же забираем свои бесплатные колоды. 60 мутагена, фонарь, пицца, звездочки. И что же там за карта? Ага, Леонардо. Отлично, так, еще одну колоду с вами вскроем. 15 баксов, и что у нас тут? Эйприл О'Нил. Ну, довольно неплохо. Так, забираем реверс за задание. Так, также заберем с вами, пожалуй, здесь мутаген, баксы и телепорт. Ну и будем с вами дальше выполнять задание. Так, поднять уровень персонажу. Вау, мы Эйприл можем с вами развить. Давайте мы это сделаем. 2500 мутагена потратим. Получает 3 звезды у нас. И у нее новая способность — бросок Тесена. Отлично просто. Конечно, хотелось бы мне немножко развить это все дело. Но мы, наверное, сделаем это чуть-чуть попозже. Так, забираем тогда с вами реворд пока по-быренькому. А нам его почему-то не дали. Интересно. Я же вроде бы как бы поднял уровень-то, да? Или это не считается? По всей видимости, не считается, ребят. Хорошо. Так, 35-й у нее максималка. Значит, мы ее сможем прокачать до 45. Что не может не радовать. Как обычно, я всегда хотел себе хорошего прокачанного хила. И она для этой роли как раз подойдет. Ну что ж, давайте сделаем с вами 3 боя здесь и 10 там. Какие нам ресурсы только вот нужны, я не знаю. Хотелось бы что-нибудь такое редкое. Давайте здесь, наверное, с вами. Заодно, может быть, нам все-таки карточка выпадет. Да, нам выпадает Хан. И еще разочек. Выпадет? Отлично. Будем с вами тогда Хана прокачивать. Шучу, конечно, ребят, шучу. Но все равно когда-нибудь мы этим займемся. Так, забираем здесь. И остается вот тут еще. Так, кого? Кого нам надо? Давайте, наверное... Во, мне нужны вот эти вот ящики с инструментами. И довольно много их нужно. Сейчас будем с вами потихонечку их добывать себе. Ну, по крайней мере, до тех пор, пока у нас это задание не выполнится. Кстати, ребят, скоро мы получим уровень 48, я думаю. Хотелось бы получить его в этой серии. Не знаю, удастся, нет? Замечательно, еще одни ящики выпадают. Ну, еще дадут? Вау, круто. Смотрите-ка, задание еще до сих пор не выполнил. Мутагена 100 штук, все. Забираем здесь ревард. Пройти серию испытаний. Ну, это проще простого. Давайте, наверное, вот с этих ребят мы с вами начнем. Возьмем, наверное, Тигра, Рафа, Криса. В общем, всех наших ребят. Ну и надерем задницу, конечно же, им. Волна 1. Ну, здесь все легко и просто. Бакстер нам, как говорится, не помеха здесь абсолютно. Так, давай ты уже падай. Стоит там, радуется. Ну что, Раф, давай. Вау, свертухана накатил. Эй! Бакстер, успокойся, пожалуйста, а? Добивай его, Майк. Не добил? Что с тобой случилось, а? Майки, елки-палки. Так, ну а здесь, ребята, будем уже с вами делать всевозможные спецудары. Потому что это у нас последняя волна. Так, давай, Раф. Ага, а у нас и нет этих ударов-то. Придется тогда так добивать, потихонечку. Ну что ты там делаешь? Ага, защиту понизил. Мне нужен Майк, ребята. Чтобы я смог с себя снять вот этот весь негатив, который на меня повесили. Эйприл вжарила. Так, давайте, наверное, с вами веерочек бросим в Хана. Ой, как мало отнимает. Провокацию, Рафик, давай вешай. Молодец. Во, это уже другой разговор. Ну, Майк, давай-ка масухой. Смотри-ка, Хан выжил, а? Ну, это ненадолго. Все, он уже валяется. Ну и этого полкана тоже роняем. Отлично. Забираем, как обычно, реверт с вами. И, а в принципе, это последнее задание, да.
Что-то я все время забываю. Так, собрать. Вот они, два последних реварда. Ну и здесь, наверное, тоже, ребята, соберем все, что у нас есть. Да. Не густо, конечно, не густо. Выросла капуста. И дополнительная карточка Рафа. Ну что будем сегодня делать? Давайте посмотрим по предметам, наверное, да, с вами. Так, 2000, я даже не знаю, ребят. Мне, в принципе, ни Лео не нужен, ни этот Змей-Ковьюн. Деньги не хочу я тратить на них. Так, в бой, естественно, давайте в турнир по-быстренькому зайдем. У нас Лига Самураев, одна звезда. Хочу дойти до двух. И, в принципе, это реально. У нас с вами 6 карточек, то есть 2 боя я смогу сделать смело. Давайте вот, наверное, начнем вот с этих ребят. Эти будут, мне кажется, попроще. Да и куш тут у них получше все-таки. 16 очков будут давать. Так, вот они. Как обычно, ребята, начинаем все самое массовое. Зен, потом у нас Тигр ходит. Потом Майк должен, по идее. Ну и там уже кто выживет, добьем. Так, много кто выжил, смотри-ка. Да успокойся ты уже, ящерица, скорость он повысил, а? Думает, это их спасет. Нет, не спасет. Что ты делаешь? Ага, вот так вот. Тогда в ответочку мы, наверное, усилимся и сейчас звезданем. Да этот еще плюется тут. Мимо. Молодец. Так, добивочная Тигра. Ну вот, в принципе, все легко и просто. Сейчас мы сделаем с вами откат по своим персонажам. И еще один бой сыграем. Эх, не дотянули, не дотянули маленько с вами до двух звезд. Ладно, не беда, надеюсь, сейчас вот в этом бою, если мы с вами выиграем, то нас поднимут немножко по рангу. Кого вот только взять, я даже не знаю, а? Давайте вот этих, наверное, ребят. Мне кажется, с ними будет попроще справиться. Так, Зэк, Тигр, Крис и Майк. Эйприл я обычно на такие дела не беру, она здесь не нужна, потому что у нас все главное самое мощное должно быть и самое сильное. Так, давай, Тигр, пуляй. Угу, Майк теперь. Ох ты, смотри, какие крепкие ребята тут нам попались. Так, Бакстера нужно нам сносить по-любому, потому что он будет отхиливать. Так, Кабачик, куда побежал, а? Бибоп. Так, а этот у нас... Фига ты там наяриваешь. На, Донни, получи. Так, Бибоп, наверное, тоже. Да, откинул ласты. Ну и вот это, я не знаю, кто это такой. Что это за новая такая черепаха? Вот, идеальная победа. Дадут нам 2 звезды или нет? Перейдем мы с вами на лигу повыше. Да, ребята, 2 звезды, и я в самураях. Отлично, правда, 99-е место. Меня в любой момент могут оттуда скинуть. Ну, не беда. Так, мутагенчик у нас здесь. Да, обязательно нужно заработать. В принципе, даже карты очень хорошие мне выпали. Раскачанные мои персонажи. Я думаю, 1200 мутагена мы здесь с вами сорвем все-таки. Куш. Этот был довольно легкий. Тут можно даже не париться, ребят. На автобой ставишь и все. Так, следующий у нас бой. 300 забираем. И у нас 600 на кону. 20 уровень, 3 золотые звезды. В принципе, это все равно, ребят, ерунда полнейшая для нас. Он сейчас будет еще легкий до сих пор. С двух ударов должны... А, нет, с двух не получится. С трех тогда. Ну, да, с трех ударов. Каждый прописал, и мутагеноид у нас упал. Слушайте, мы сразу с вами еще и опыт потихоньку зарабатываем. Поэтому очень даже хорошо. Давайте 900. Мутаген мне нужен. У меня все-таки Эйприл нужно прокачивать. Так что только лишь ради этого я, ребят, здесь. Отлично. Давай-ка мы, наверное, тоже ему вжарим. Может, повесим урон. Да, постепенно урон повесили. Так, Майки и Рафик. Рафик, давай-ка, наверное, давай вжарим. Эх. Не... А, постепенный урон его убил. А я-то думаю, что такое. Фу, ну, как говорится, была не была. На 1200 с вами идем. Да-да-да, 900 мутагена. Давай сюда.
И 1200. Тут уже, ребята, 40 уровень. Тут уже будет сложноватый, наверное, паренек. Причем он будет ходить очень часто. Не знаю, почему у него такая скорость. С какого перепуга вдруг. Так, ну-ка. Давай-ка снимем с себя негатив этот. Он нам не нужен. Ты смотри, а, все равно повесил опять. Укрепляемся и будем уже потихоньку его разбирать. Все снежки свои бросает, а? Оу, тигр у меня отдуплился. Как так-то? Вот это я дохимичился. Ну давай, Рафик, бомбим его. Слушайте, нет, ну мы должны его положить. Сейчас еще ударит, да? Оу, массовым. Хорошо, Раф. И я думаю, что Майк все-таки его добьет. Нет, не получилось, блин. Раф, на тебя вся надежда. Эй. Да, отлично. Блин, это нам повезло. А могли бы и проиграть. Но в любом случае, 1200 мутагена мы с вами зарабатываем. И немножко даже опыта. Ну вот теперь нужно подумать, куда дальше нам идти. Так, подождите-ка. Ага, это недоступно мне пока еще. Ладно. Блин, в приключения что ли пойти, а? А что у нас тут? У нас только серия испытаний. Но, честно говоря, неохота мне их проходить. Давайте, наверное, с вами в особое событие зайдем и будем... Да, эпизод 5. Я хочу крутануть рулетку. Как говорится, была не была. Что нам достанется? Ну-ну-ну, давай чем хорошее, а? Бибоп, что ли? Да, Бибоп из фильма нам достается. Ладно, давайте еще крутанем. Может быть, все-таки нам достанется когда-нибудь колода здесь, которая разыгрывается. Че, Донателло, что ли? Блин, ну, звездец. Вот почему-то Донателло мне не особо нравится. Так, крутим. Последняя попытка у нас. И нам достается Леонардо, опять же, из фильма. Жаль, конечно, не то, что я хотел. Но все-таки все бесплатные порталы я потратил. Теперь у нас остается два варианта, ребят. Либо идти в основную сюжетную линию, либо в испытаниях. А что у нас в испытаниях, кстати? Давайте посмотрим. Так, день Донни. Ну, тут у меня уже половина выполнена. Давайте попробуем вот это вот. 45 уровни, ё-моё. Нет, тут, ребят, не прокатит. Фигня полная. Смотрите, они мне дали какие-то карты фуфловые. Не канает такая фигня. Так, а здесь у нас что? Ну-ка, давайте-ка вот это заценим. Ё, 55 уровни. Жесть какая-то. Чё так все сложно-то, а? В общем, здесь нам тоже не судьба поиграть. Печалька какая-то просто, а? Эксперт. А тут у нас 40 уровни. И мне дают какую-то ерунду. Да, если бы они дали бы мне моих прокачанных бы, я бы сыграл бы. Так, что у нас тут-то? Ага, Эйприл, ее же можно прокачать. Давайте-ка, наверное, мы с вами прокачаем ее еще немножечко. 37-й, 38-й. Сколько у нас? Ага, 41 уровень. Отлично, в принципе, неплохо, я доволен. Но, как говорится, у нас бесплатных порталов больше нету. Естественно, мы уже с вами ничего не сможем подобывать сегодня, никаких ресурсов. Так что остается только лишь сюжетная линия. Так, тут у нас что такое? На эпизоде 8. Давайте-ка мы с вами посмотрим. Блин, у нас еще и пиццы нету. Придется брать. Куда деваться? Так, а теперь обязательно нужно посмотреть. Потому что давненько мы здесь не были. 48 и 50. Фиг с ним. Была не была, ребят. Как говорится, я рискну. А вдруг пройдем. Соответственно, можем продвинуться с вами дальше немножко. Тут все-таки 4 звезды, правда, серебряные. Первая волна из 3. И тут у нас, ага, просто роботы. Ладно, в принципе, они не проблема для нас. Хотя, судя по тому, как они отнимают у меня ХП, это, по-моему, очень большая проблема. Не упал, гад.
Ну что, Майк, добивай. Усилимся, да, наверное, ребят. У нас еще на худой конец есть от Рафа усиление. Так что можно попробовать их разобрать. Заодно мы повесили на себя контрудар. Это очень хорошо, потому что они любят атаковать нас. Единственное, что на Зеке нету и на Майке. Да успокойтесь вы нафиг, а, достали уже. Давай, тигр. Минус один. Этого, наверное, тоже убьем. Нет, не добили. Так, Крис. Отлично. Так, Рафик, давай. Молодец. Да что такое? Что они такие крепкие-то? Вау, тигр промахнулся. Странно. Ха. Так, и вот здесь у нас две механические мыши. И эти кренги в машинах. Ладно, начнем, наверное, с этих, потому что они массово бомбят. Хотя здесь все массово бомбят. Даже эти мыши орут постоянно. Или себя улучшает, или нас ухудшает. У них два варианта только. Так, ну-ка, добьем. Блин, мне жалко, конечно, что Крис, скорее всего, у меня отдуплится. Не доживет он до финала. Хотя еще не факт, дойдем ли мы туда. Не, ну этих-то мы разбомбим по любасу. Так, упал. Ну, тигр, добивай. И последний, тут охламоны. Кто здесь? Ага, зэк. Полковник этот. Ну и, соответственно, ниндзя. Давайте-ка, наверное, зэка будем с вами разбирать потихоньку. Потому что он меня бесит. Он пуляет свое замедление. Это хуже всего. Блин, а нет, он просто стрельнул. Отлично. Это наш шанс. Новое достижение какое-то я получил. Не все то хром, что блестит. Ать, мимо, говнюк. Ну, добивай, зэк. Отлично, ребята. Вот так мы даже идеально с вами прошли. Прикольно. А я побаивался раньше. Блин, ну получим уровень или нет? 48-й. Так, крысиный король мне достается. Задание, ребят, смотрите-ка. А, это достижение. О, еще одну карточку Шреддера мы получаем. Кстати, у меня там совсем немножко вроде бы осталось-то. Сколько нужно карточек? Еще 5 карточек, и у меня будет Шреддер, ребят. А я его хочу себе, я его обязательно прокачаю, когда получу. И поставлю к себе в команду. Вот только за кого пока не знаю. Ну что, попробуем. Эпизод 9. Так, 51 уровень и 49. Рискованно, конечно, очень рискованно. Здесь. Ну, этих мы прошли. В принципе, всего лишь на один уровень у них тут повысилось. Я даже не знаю. Ну, давайте рискнем. Как говорится, была не была. Все равно нам нужно потратить сегодня всю пиццу, чтобы, как говорится, серия была сделана не зря. Так, вот я бы хотел, конечно, убрать какой-нибудь, поставить Эйприл. И в то же время думаю, стоит ли он того. Боюсь, ее быстро запинают вместо Криса. Ну, давайте попробуем. Хотя нет, ребят, давайте, наверное, Криса обратно вернем. Потому что она, если получит пару звездюлей, она отдуплиться, и, соответственно, у нас не будет хила. А так мы можем еще немножко постоять. По крайней мере, мы можем свою команду усилить. Сейчас мы посмотрим, как эти ребята будут нас бомбить здесь. Так, давай-ка. Ух ты, не добили, смотрите-ка. Не все так просто будет. Так, атаку мы только понизили кренгу. Ну ладно, давайте усиляться тогда будем с вами, наверное. И разбирать уже потихонечку их. Давай, Рафик. Интересно, ты добьешь, нет? Не добил, к сожалению. Ну, тигр-то, понятно, добьет. И остались вот эти вот самураи. Слушайте, ну Раф, когда встает в провокацию, у него, в общем-то, защита еще повышается. Так, давайте этого уроним. Вторая волна у нас из трех. В принципе, здесь салабоны. Слушайте, возможно, мы с вами дойдем все-таки до третьей волны, может быть, даже и победим. Главное не сглазить. Блин, как вы быстро мне уронили зэка, а? Видимо, у зэка нету защиты против именно вот этих вот
дурачков. Хорошо. Так, давайте провокацию мы с вами сделаем. Конечно, это все рискованное дело, но, по крайней мере, остальных у меня не тронут. И Крис останется целым, я надеюсь. Вот то, что он два раза ходит, конечно, блин. Кто, интересно, дает такой вот параметр навыка, чтобы я мог ходить два раза? Я хочу себе этого персонажа. Блин, атаку понизили мне. Ай-яй-яй, это плохо. Придется сейчас немножко попотеть. Ну, давайте этого добьем. Тигр, ну, черт подери, не добил. Снимаем с себя весь этот негатив. Ну, да не надо пыхтеть, ё-моё. Нет, ребят, скорее всего, не затащим. Очень мало у нас здоровья для последней бойни остается. А там у нас, как всегда, куча боссов. О, неплохо вдарили. Кто у нас здесь? Блин, еще поганые грибы. Оух. Ты посмотри, что они делают. Жесть какая-то. Офигеть. Хотя, ребят, если честно, у меня бы, если бы был бы Тигр и Майк с полным, как говорится, своим боекомплектом спецударов, мы, скорее всего, могли бы их бы положить. Но, опять же, у них ускорение. И это во всем виноват вот этот вот хамелеон, блин. Или ящерица, не знаю, кто он. Который делает ускорение и крит повышает. Так, эпизод. А вот этих вот ребят мы, скорее всего, с вами сможем победить. Ах, Карай, забавно, что мы постоянно с тобой встречаемся. Мне начинает казаться, что ты неровно дышишь Кейси Джонсу. Ха, самовлюбленный чувак, а? Мечтай, Кейси, отойди-ка, пока я тебе не помогла. Ой-ой, потише, милая, я просто хотел сказать, что у тебя крутые приемы, и я от них тащусь. Ребята, тссс. Не надо на меня шикать, Лео. Неужели ты не видишь, что я с девушкой разговариваю? Нет, правда, Кейси, замолчи на секунду и послушай. Ты слышишь? Вот, ребята, у нас и новая, как бы, глава получается. Такого я не помню. Так, ну что, давайте потихонечку, наверное, разбирать. Тюм. Блин, крепкие ребята. Нахрапом не возьмешь. Будем разбирать потихонечку тогда. Жаль, что у меня нету хила с собой. Так, давайте, наверное, с ноги. На, гад. О, Крис довольно неплохо жарит, когда с ноги бьет. Ну, зэк тут, конечно, проигрывает у нас, это однозначно. Так, Майки, добьешь? Нет, ну, по крайней мере, меткость понизил. И остается у нас одна тля. Хорошо, Раф, давай, бомбани по ней. Отлично. Зэк. Ну, Тигр, добьешь? Молодец, умница. Красава просто. Так, вторая волна. Блин, вот эти грибы бесявые. Надо их уничтожать как можно быстрее. Так, давайте укрепимся. Отлично. Фух, смотрите-ка, грибы даже не стали делать массовые удары. Поэтому им крышка. Так, Раф, добивай. Так, давайте вот этот гриб тоже уничтожим. Ух, круто. Так, и что? Ну-ка, Кирби. Проверка, как говорится, на прочность. Но я думаю, что он сейчас отхилится. Да, как всегда, свой кортик выргнул и применил. Так, ну-ка, вжарь. Да что такое? Почему косим-то так? По-жесткому, а? Ну, таракан, извини. Все, остался только лишь Кирби у нас здесь. Ну, я думаю, сейчас мы с трех или четырех ударов его положим. Мимо опять, чё косим-то так? Ну-ка, Майк, добей. Хе-хе, фиг там, как говорится. О, Раф, молодец. И последняя волна здесь. Так, здесь у нас Крип, хорошо. Главное не дать ему встать в провокацию, а то он там довольно сильным становится. Блин, и грибы тут какие-то сильные, а? Один есть, отлично. Давайте добьем с вами второй. Чё ты пыхтишь тут, а? Так, Крип сейчас стопудово встанет, наверное, в стойку, а? Нет. Пока еще не встал. Но, ух ты,
Ого! Вы видели? Он мне Крису уронил, а? Гаденыш, оборванец этакий. Ладно, он за это поплатится, поверьте мне. Так, минус тля. У Крипа, по крайней мере, пониженная атака, это хорошо. Слушайте, скорее всего, мы здесь затащим с вами эту каточку. Так, он встает в провокацию. Но, в принципе, зря он это делает, потому что все равно мы его разберем. Жаль, конечно, что не на 3 звезды. Вот это обидно. Но, тем не менее, прошли. 2 звезды мы с вами получаем и двигаемся, конечно же, дальше. Жаль, конечно, уровень мы с вами здесь, наверное, не получим, потому что у меня очень мало пиццы. Так, эпизод следующий. 48, 48, 50, 50. Даже не знаю, ребята, а в основном задание у нас какие там, ребята, я вот не помню. Так, глава 6, давайте-ка посмотрим. Так, подожди, здесь разве? Ага, 51, да? Слушайте, тогда мне выгоднее в главе 5 пройти вот эпизод 5. Давайте попробуем, рискнем. Тут 48 и 50 уровни. Да, ведь это же кунг-фу лягушка и развеселая стая жалких неудачников. Орет Паукус. За себя говори, ты давно в зеркало смотрелся? Дитя, тебе бы еще подрасти. Ха-ха, супер. Кейси? Что, рыжик, хорошая подколка, успокойся. Я еще покажу этому шоу уродов, насколько крут Кейси Джонс. Ну давай попробуем. Так, 2 таракана, 2 крысы. Слушайте, ну бьют не так уж сильно, но единственное, что они по 2 раза ходят. Ай, даже не знаю. Давайте, наверное, замедлим их, попробуем. Ага. Не вышло, к сожалению, у меня замедлялочка-то. На одну крысу только подействовала. Надо было просто-напросто ее не тратить. Ну что, добьешь? Молодец, Майк. Так, Зэк, держись, держись, родной. Укрепимся. И будем уже разбирать их потихоньку. Провокацию повесил на себя этот таракан. Мне придется его в любом случае теперь сносить. Так, тихо, не буяньте уже. Ну, тигр, давай мечом его порубим. Ага, шикарно. Добивочный от Майка. Так, с ноги ему. О, достижение получили. Асталависта, таракашка. Так, а это, по-моему, если не ошибаюсь, ребята, нам еще одна карточка Шреддера будет доступна. Так, тихонько, потому что это достижение. Ну, добивай, Крис, его. Шикарно. И у нас с вами вторая волна. И здесь, ага, чужие вот эти вот и крысы. Ну-ка. Слушайте, довольно неплохо. Минус чужой. Так, давайте второго тогда тоже добьем. Молодец, Майк. Очень хорошо ударил. Ай, Зэк упал, ё-моё. Почему ж ты такой ватный, а? Ну и теперь уже остаются только лишь крысы, которые, естественно, тут и останутся валяться. А вот насчет последнего боя я как-то не уверен. Сможем ли мы там противостоять? Эйприл у нас нету. Здоровья у нас тоже мало. Так, Паукус. Ой, блин, эти грибы ходят первые. Почему они всегда первыми ходят, а? Чё за ересь? Нет, ребят, скорее всего, не сможем мы здесь затащить. Блин, нифига себе они жарят. Оу, я еще и промахиваюсь. Все. Тут все понятно, что нас победили. Поражение, блин. Как-то аж прям не по себе. Не люблю проигрывать. Задание, да, ребят, достижение. И еще одна карточка Шреддера. То есть теперь мне нужно найти всего лишь 4. Найти, не найти, а заработать их. Да. А что за двуликие норманы? Кто такие? Так, 40 персонажей нанять, 15 развитий сделать. Победите стрелков пауками 100. Арахна нет.
Не знаю, как-то так победить пауками. Ну что мы можем с вами тут сделать? Вот, ребята, 66 карточек Шреддера. Мне бы, конечно, хотелось бы вот майки развить из комикса, который... Так, что ему нужно? Вот так вот. Уровень подняли, блин. Да, очень много мы, конечно, с этого выиграли. Заданий у нас, к сожалению, нету. Достижения мы еще с вами не скоро сделаем. Кстати, надо посмотреть на своих персонажей. Кого мы там можем в ближайшее время с вами заполучить? Ну, Карай вот только, если 10 карточек мы найдем. Ну, в принципе, и все. Да, остальных все очень, конечно, долго надо будет развивать. Блин, чем бы заняться, а? Куда спустить пиццу нам с вами? Порталов нет, быстренько я ее потратить не смогу. Куда нам перейти? В основную сюжетку идти, пробовать пыхтеть. Ну, это бесполезно. Побегать быстренько по менюшкам, посмотреть. Так, платиновое снаряжение, испытания. Ну, это вроде бы мы смотрели. Тут мутаген мы с вами полностью забрали. Особое событие. Порталов нет, я бы с удовольствием бы покрутил рулеточку. Но нет, к сожалению. Здесь тоже неохота как-то тратиться. Блин. Новый вызов. Предложение выходного дня. Все не то. В турнир тоже я не попаду, потому что у нас закончилось все. Все откаты. Ладно, давайте глянем в сюжетке, где у нас с вами нету трех звезд. Тут у нас везде. Так, в главе в четвертой. Ага, смотрите-ка, вот здесь нет. Ну что, давайте, наверное, мы с вами попробуем, да? Тем более, это сложный режим у нас будет. Значит, нам достанется прилично опыта. Да, прям такой командой и пойдем. Я думаю, вообще порвем там просто их в хлам всех. Но зато будут у нас три звезды. Давай, Зак. Отлично. Так, тигр роняет. Ну что вы тут своими пукалками? Ничего вы мне не сделаете. Ну, Крис немножко получил повреждения. Сейчас мы под укреплением будем их разбирать. Как щепки. Да, смотрите, как легко и просто все. Ага. Так, Раф, отлично, добили. Ну что, вторая волна у нас. И здесь самураи и... Как этих пучеглазых-то? Кренги, ё-моё. Уже забыл, как их величать-то. Ну, Крис, добьешь? Молодец. Ну и эти сопляки остались, которые даже промахиваются, а? Мазилы. Так, Раф, ну что ты не мог добить? Я уж думал, сейчас звезданешь, так звезданешь. Но нет, не тут-то было. Так, Крис. И последний, кто у нас тут такие, которых я не мог пройти? Ага, тигр. Ясно, давайте тогда все здесь тратить. Замедление, теперь тигр стреляет. И майки. Ну, естественно, не добьет. Конечно же. Давай-ка, Рафик, укрепимся маленько. Ну и будем уже разбирать. С ноги просто на раз. Тигр. А, выстоял. Тигр на тигр, и мой побеждает. Три звезды. Ха, отлично. Ну и все, по-моему, больше у нас ничего такого нету. Да ё-моё, там совсем немножко не хватает нам до уровня. Как жаль, а. И карточек-то нету. Так, ну что, давайте здесь попробуем. 48-е и полтинники. На 3 звезды. Я думаю, что стоит рискнуть. Вдруг получится, да? Только мы, наверное, вот так вот сделаем с вами. Очень, конечно, будет большой риск. Нет. Нафиг, ребят, давайте поменяем. Эйприл как-нибудь уже в другой раз. Хотя бы 45 уровень. Когда получится, тогда будем ее брать. Но 41 как-то ни туда, ни сюда. Поехали разбирать. Ага, стоят, что-то сопротивляются.
Блин, ну получится, не получится. Если получится, то будет хорошо. А если нет, то опять же я расстроюсь, блин, а? Хорошо-то как. Давайте укрепляться, потому что у нас еще есть одно укрепление от Рафа. Поэтому Крису здесь, как говорится, нужно сейчас это все дело делать, потому что у него очень мало хп, и его в любой момент могут уронить. Хотя, когда Рафаэль у нас в провокации, ему все пофигу. Но, тем не менее, есть же еще и массовые удары. От них-то никто не застрахован. Так, ну что ты тут буянишь, а? Успокойся. Так, еще. Последний остался. Давай ему с ноги. Ай, выжил. Выжил, гаденыш. Так, вторая волна у нас. И здесь два Кренга и два самурая. Кстати, этих ребят мы сегодня, по-моему, проходили уже, да? Так, давай-ка попробуем. Минус. Так, может быть, с ноги тебе? Ха! Давай добивать. Отлично. Так, еще один Крэнк и самурай у нас. Ой, даже не знаю, ребята. Хотелось бы, конечно, укрепиться. Сделать себе сильнее. Но, короче, мы сделаем это с вами на последней волне. Если только доживем, конечно. Все, добили последнего Крэнга. И вот они, наши олухи. Так, укрепляемся. И все массовые удары будем пускать именно на них. Так, замедление, естественно, ребят. Так, что он там пыхтит? А, он скорость повысил. Хорошо, тигр, давай, бомби. Ух, все шансы есть. Так, понизили атаку. Опа. Ну, давай, зэк, последний удар. Эй. Не-не-не-не-не. Ух, промазал. Все, ему крышка. Ребята, на 3 звезды мы все-таки прошли. И это хорошо. Да, можно было бы, конечно, бы сразу попробовать на следующую миссию. Но боюсь, не потянем мы. Пиццы у меня совсем не осталось. Ну, давайте, наверное, мы с вами, знаете, что сделаем? Доллар есть, можем купить с вами и пиццы, и телепортов бесплатных. Так, здесь потратим 50, еще 154 остается. Сколько у нас телепорты стоят? 150, как раз хватает. Так, ну и на что мы это с вами будем дело тратить? Все, ребят, для того, чтобы получить уровень. Не хватает совсем маленько, елки-палки, а? 200 мутагена не хватает. Да и хрен с ним, зато баксы получим, да? Поехали, ребята. И да, да, 48 уровень. Елки-палки. Ну, что нам в колоде достанется? Пицца, игра настольная, мутаген, звездочки, шикарно. И Крис. Карточка Криса и 10 долларов. Ну что же, в принципе, я доволен. 48-я миссия. Уровень можем поднять только лишь Эйприл. Давайте-ка сделаем это. 42-й. И осталось только лишь прокачать ей какой-нибудь еще удар. Смотрите, тут не хватает 4 палочки. Давайте, наверное, найдем и поднимем ей один из ударов. Так, 4 палочки нужно, да? Блин, нифига не выпало. Давай еще разок. Отлично, палочки для еды. Одна штука есть. Ну, так, 2. И карточка Лео нам выпала. Так, теперь Кирби. Будем тормошить. По-моему, последняя нам осталась. Да, выпадает. Оу, что нам лучше сделать? Хотелось бы, конечно, удар с ноги развить. Он будет 4-й ступень. Ну и веер тоже нужен. Хорошо. Изучаем с вами веер. Ну что ж, дорогие мои друзья, а на этой ноте я, наверное, буду завершать это видео. Всем большое спасибо за просмотр. Обязательно увидимся с вами в следующей серии и продолжим играть в Черепашки-ниндзя-легенды. Так что, ребятушки, всем пока, всем удачи и до скорых новых видосиков. Всем пока.